снимай. Мы в прямом эфире, и это сюрприз моему парню к выходу нового музыкального клипа. Джордан! Что это такое? Ты только не психуй. Как ты мог? Все кончено, урод! Бэджет! Ну что? Ты в прямом эфире. Расставание — это нелегко. Он меня унизил. Ролик стал вирусным, и для тебя это плохо. Тебе станет лучше. Переделывать моя фишка. Когда мы познакомились, на его теле было килограммов 50 мерзких волос. Найдешь другого Джордана? Я сотворю короля выпускного. Думаешь, это так легко? Ты во мне сомневаешься? Нет, но хочу посмотреть, как ты пытаешься. Поспорим? Идет. Чтобы усложнить тебе задачу, парня выберем мы. Hell yeah, that's right. А этот Кэмерон Квеллер, или как там? Он ходячая катастрофа. А социальный чудик? Не надо светить своими жопами, я же ем, придурки. Класс. Кэмерон, привет. Я хотела сегодня покататься на лошади и подумала, мы же с тобой друзья. А, мы? Ну, мы вместе ходим в школу. А это, по-твоему, одно и то же? Неплохо. Знаешь, этим можно наслаждаться без всяких позирований. Я ловлю момент. А, гадость какая! Прости.